как установить спикер на материнскую плату, а точнее, куда его устанавливать. Все очень просто. На материнской плате, где подключаются кнопки «вкл», «перезагрузка» и так далее, они у нас расположены вот здесь вот, рядом должны быть 4 контакта для спикера. Здесь подписано у нас SPKC-11, где-то здесь, значит, рядом должен быть 4 контакта для спикера. Эти 4 контакта у нас вот здесь, вот они. С этим не путаем, это для вентилятора. Поэтому берем спикер, ищем на нем плюс. Плюс — это у нас всегда вот эта стрелочка. И, как правило, плюс нарисован на материнской плате. На кнопках включения и перезагрузки. Вот видим, где плюс. Значит, в эту сторону будет стрелочка. Значит, переворачиваем стрелочку в соответствующую сторону. Значит, вот так. Ну, здесь тоже на своей стороне написано плюс-минус. И устанавливаем спикер. И эти 4 контакта. Вот таким вот образом. Если спикер не работает после запуска компьютера, значит, переходим в BIOS и включаем там спикер. Итак, зашли мы в BIOS. Здесь заходим в Advanced Mode. И нам нужна загрузка. То есть слева мы видим настройки. Вот он, звуковой сигнал BIOS. То, что нам нужно. Видим то, что он используется. Если он не используется, естественно, ставим «Используется». И он будет срабатывать при загрузке компьютера. Так, сейчас покажу, если будет у вас английский язык. Так, обратно выходим. Здесь я поменяю английский язык. У кого BIOS на английском, нельзя поменять язык. Так, заходим в Advanced Mode. Либо у кого-то сразу есть Boot. Переходим в Boot. Вот он называется вот так вот. Boot BIP. Здесь должно значение стоять Enabled. Если стоит Enabled, значит, звуковой сигнал у вас должен и будет работать. После чего мы нажимаем F10 и нажимаем Yes. Сохранить настройки BIOS. Все, звуковой сигнал у нас теперь есть. Спикер работает.